Ребята, Kia Seltos. Правильно я ее называю? Да, Seltos. Новая машина от корейских производителей. И на самом деле она удивила своим звуком. Почему? Потому что мы доработали выхлоп, установили заслонку. И вот послушайте, наденьте наушники и послушайте сейчас, как она звучит. Интересный звук с пробулькиваниями, даже прострелами какими-то. Да. Как в целом впечатление? Отлично. Звук прекрасный. Я думал, на 1.6 такого звука не будет. Я хотел оставить это в секрете, на самом деле, потому что мы хотели спросить у вас, какого объема она. Но да, здесь 1.6. Вот это поворот! Но здесь турбина, и машина едет. Вот ты сейчас услышал снаружи звук. Что он тебе напоминает? Ну, явно больше объем двигателя напоминает. И внутри я вам могу сказать, что абсолютный комфорт. Несмотря на то, что выхлоп громкий на заслонке, то, что управляемый выхлоп. Да. Это очень круто. Вот так, ребят, собственно, можно с кнопочки вот так вот стоять около машины, включать, выключать, играться. Это прям игрушка для взрослых, которая действительно меняет и манеру вождения, и дает удовольствие. Ну, владелец еще покатается, мы спросим у него, как ему понравилось. Нифига себе, она пуляет. Неожиданно. Вообще, салон вообще отлично. Самое прикольное то, что в любой момент выключен. Я пожелаю удовольствия от выхлопа, получать вот от звука максимум радости. Вот. А когда на дальнее расстояние едешь, выключай. Да. Все. Поздравляю. Все, Стас. Выключай. Мы записали, мы это сделали. Ура, Seltos. Вообще неожиданно.